поверь, больше всего пригорело от того матча у меня. Ну, давайте отработаем заказ Киттон. О, Господи Иисусе. Это чёрк с армором. Это у нас что? Ученик этого? Прости, Господи Иисусе. Сейчас я вспомню. Комбинатора? Ну, там Аланорос второй тайм, это просто был... У меня были настолько плохие кубы, насколько можно представить, а у оппонента настолько хорошие, насколько можно представить. Ну, там такой был нелепый гол. Там, да. Даже Граддор потом, типа, в этом... На эту тему отписался. Вот. Типа, должен был проиграть сочувствую Анлаку. Вот так вот. Я, ребята, в машинах не разбираюсь, поэтому ничего сказать не могу. Вот Киттон вроде BMW нравится. Приятный минус. Рерол. Орки будут жадюшить. Ну ладно. А чё бы не оставить чёрка ВКонтакте, чтобы опять его побить? Ну ладно. А чё, блица не было? Да, блица не было. Окей. Блиц в 1D. Зачем? Я не очень... Блиц в 1D в блодж. Был блиц, да? Окей, я, видимо, проворонил. Окей. Извините. Я отвлекся. А вот очень странный... Слушайте, у тебя есть МБПО такл. И ты в 1D блицуешь в блодж. А Киттон взяла при этом мага вместо взятки. Бесконтактные орки. Ну нет, Киттон все-таки пытается контакт. Киттон все-таки пытается контактить, она не настолько бесконтактная. Меня просто удивляет то, как играет другой орк. В смысле, ладно, он бесконтактный, он же при этом даже странно блицует. Она же спрашивала, что брать. Да, я помню. Я смотрю, у нас еще теперь орки любят брать эти. Орки любят брать гоблинов. Какая-то новая мода пошла. Индигон у нас бесконтактный орк, я вспомнил. У нас главный бесконтактный орк это Индигон. Два орка, за кого болеть? Ну, болей за милую девушку, тут просто выбирать. Ну, тролль, гоблин, 2 РР, это второй стандарт, вторая стандартная сборка орков. Играть значительно веселее, ну, я не очень люблю эту сборку, потому что мне кажется, что тролль очень ненадежен. Мне почему-то, глядя на команду Киттон, кажется, что ей не достает животности. Не знаю, почему у меня такие мысли. Но мне кажется, она недостаточно животная. А я бы, наверное, сначала ударил бы троллем, а потом фалил. Потому что этот парень все равно даже 1D не видит в этой ситуации.
Как же плохо играет Расти. Ну, не то, что плохо. Я понимаю, что у него сложная ситуация по гордам. Но, типа, он так метает кубы странно. Мне очень не нравится, как он это делает. Ему просто очень везет, что пока что кубы неплохо залетают. Ну, естественно, парень без боевых навыков пробивает 9 армор. В общем, тролли — это шляпа, ребят. Тролль хорош, только если хорошо ловит дубли. Вот как у Кощея был топовый тролль в свое время. Но пока что Китон активно дайсит своего оппонента. Это дампов. Это сброс меча. Слушайте, я только сейчас понял. У Расти два тровера. О, господи. Два тровера на орках. Зачем? Какой смысл? Всегда бью в два. Ты только что не била в два куба. Два раза. Но Расти играет... Я не знаю. По ощущениям, глядя на то, как играет Расти, эту игру будет очень тяжело отдать. Орк, этот орк очень слабенький. Очень слабенький. Я, даже не говоря про какие-то эти... То есть, сама прокачка уже говорит о том, что он странный. Крайне подозрительный, странный орк, который качает орков как не надо. Я все понимаю в этой жизни, конечно. Ну, слушай, ты не поверишь, Ройлем, но я видел блицеров-орков с кетчем. Я не шучу. Я видел блицеров-орков с кетчем. Не знаю, зачем, какой в этом смысл. Понимаешь, Роман? Есть некоторые вещи, которые, ну, очень сильно не котируются на определенной команде. Я имею в виду, что иногда не надо искать приключения. Иногда надо брать то, что надежно. Мне концепция шурхендового... Правильная, кстати, игра. Вот тут Расти молодец. Здесь Китон привезла. При том, что у нее еще было дохрена времени. Ей никуда спешить не надо было. Нахрена ты подбираешь у края поля? Зачем? Какой смысл подбирать у края поля? Тебя же сейчас вытолкнут. Это убивает спортивный интерес. Это очень спорное заявление. В общем, у Китона очень простая игра. Была бы. Да уж. Подожди, стоп, секунду. Я что-то отвлекся на секунду, наверное, а? Это квадрат.
это квадра. Окей, ладно. Какие-то начнем прозреть. Еще на секунду отвлекся, не понял, что там квадра. Я не понял, как это у Расти оказался ход опять. Окей. Ну, обидно получилось. Но опять же, стоит понимать, что Гиппон зря бежала вперед. Ей не было никакого резона бежать вперед. Она побежала вперед. К слову, надо было еще до этого поднять Агилу на ноги. А так, ну ладно. Не, ну квадра реально, конечно, подставила без вопросов. А почему не... Я тоже не понимаю. В смысле, вот здесь стоят... А почему? Вот блицер свободный. Все без доджа делалось. Я думаю, Китон поплыла. Поплыла просто. Кита, а почему ты этим блицером-то не поехала? Я понять не могу. Расти-то дает шансы по КД. Чувствую, сейчас будет вкладка закат, да? Там тоже додж, алло? В смысле додж? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И где додж? Чё марчит? Вот свободный МБ. Вот ты даешь ассист через два ГФИ. И вот у тебя блиц через это. Через одно ГФИ. Никто ничего не марчит. Вот он свободный стоит. Вот у тебя свободный блицер стоял. Никому не мешал. Не, Китон. Разочаровательный матч. Сори. Да чё сори-то? Просто матч так хорошо складывался, что надо было его забирать. Ну, первый тайм точно. А так, ну, типа... Какие-то мелкие ошибки, косячки. И все совсем тоскливо стало. В смысле, этот матч точно не должен был оборачиваться лузцом. О, ну все, да. Орку надо просто кинуть, сука, там, одно ГФИ, по-моему, или два. Нет, одно, все, да. А зачем ты еще ГФИ-то кинул? Ты и так без ГФИ забивал, и там... Ну, ладно. И маг на единичку. Ну, это нафл, это нафл. Нафл мстит за не лучшую игру. Ну, тогда вроде надо было кидать два ГФИ Элонорос, ну ладно. Ну, что ж поделать, Ройлем, таков ББ. Я вот вчера тоже не думал, что сыграю в ничью, а потом 4 даблы за тайм, и оппонент сбивает 10% гол. Ну, как бы. Blood Bowl такая игра, что можно отдать любую игру. Китон, главная ошибка Китон, ну, кроме механики, это стратегическая ошибка. То есть ей не надо было пытаться... бежать в эти, в закат. У нее все было хорошо, ей закат был не нужен. Она зачем-то побежала в закат, и как бы наказание приехало максимально быстро и оперативно.
Ну, я говорю, срано гномы прокляты. Я уже как-то почти смирился с этим. Да, 60 тысяч или сколько там орков. Он просто стоит в два раза дороже, докупается... Ну, стоить будет как базовая. Колокола не встали. Ну, понятно. Ну, теперь я могу сказать, что Расти будет очень тяжело привести эту игру. Но, к сожалению, Blood Bowl никак не завязан на том, кого поддерживает игра. Того, кто лучше играет, или того, кого привозит. Как получится. Здесь нет никакой связи, понимаешь? Нет никакой связи, как ты играешь и какой будет результат. Вот. Можно играть очень плохо и дайсить, можно играть очень хорошо и быть отдайсенным. Это нормально. Неправильно сыграл орк. Надо было вставать вот этим игроком сюда, бить. И если бы не уронил, был бы еще удар или был бы хороший фол. Кстати, гоблин с кэчом. Ну ладно. У меня легкий холодок по спине от того, как играет орк, но окей. Но с другой стороны, Китон, ты действительно это, ну, сама напривозила. То есть, да, обидно, но ведь сама. Можно было столько не привозить. Ты с этим согласна? Ну, бывают игры, где скилл ничего не значит. Бывают игры, которые решают столько скиллов. Ну, в ВБ слишком много рандома. ББ это, говорится, игра, в которой может произойти все что угодно. Спасли все-таки. Окей. Ну вот это неплохое наказание за слабую игру орка. Ты третью ваху предзаказал с кислевым? Нет. Скажу больше, даже не собираюсь. И тролль с ППшечку получил. Но ему надо еще одну травму нанести. Я не люблю зеркало орков, потому что это игра, в которой очень неприятно качаться. Не болей. Покуманца моим предложения будут. Спасибо за поддержку, метанол. Я пытаюсь не болеть, но это не совсем от меня зависит. А что тебе нужно по хуманцам? Конкретизируй. Да я как-то не собираюсь качать пиратку Вахи. Просто я не очень это... не сильно предрасположен к Total War Вахи. Для меня она без оргазма. Ну, я после этой игры посмотрю метанол. Вообще, похоже, что Китон сейчас может зажать орков. Да, это правильно. Но вот это зря. Наоборот, надо было вниз идти. Правда, орк опять какую-то полную хрень играет. Здесь два горда стоят, здесь хорошая позиция. Здесь не нужна была еще линейка. Но я стараюсь не играть в пиратки. Но вот этот парень должен был стоять снизу. Закрывать вот эту зону.
И в случае чего он бы пошел бы в три куба бить бы вот этого паренька. Это тоже ошибка у Китон. Китон, ты очень много привозишь в этом матче. А почему не рерол? Китон, почему не рерол? Господи Иисусе, почему не рерол? Что это было? Ну, я не знаю, Китон, ну... Честно говоря, я там видел, что на форуме кто-то говорил, что проблема как бы у тебя в руках, а не в кубах. Я начинаю... Эту игру ты отдала сама, сорян. Эту игру от начала до конца отдала ты сама. Вот буквально. Очень плохо. И первый тайм, и второй тайм, это вообще ужас какой-то. А ты Израиль. Зачем чел ставит... Так. А, это выпал Perfect Defense, все, я понял. Гоблин на автопути MVP. Ну а что делать-то? Такова суть автогоблина. Милости просим в сквиге. Нет, ну просто... Реально в этой игре, конечно, кубы были не очень, но проблемы не в кубах. Китан. Я понимаю, что орки бить, а не орки думать, но все равно. Напривезено в этом матче слишком много. Оппонент вообще ничего сверхъестественного не делал. Эту игру, вот реально, ничью-то даже при таких кубах после той квадры можно было забирать спокойно. На самом деле... Если бы ты сыграла правильно последний ход в первом тайме и потом бы во втором тайме зажала, ты бы даже выиграла бы все равно. Если правильно сыграла бы. Вот в чем прикол. То есть даже при таких кубах эту игру надо было выигрывать. Ужасно. Издаю неодобрительные оркские звуки. Самое забавное, что оппонент... вот Китон говорит, типа, оппонент привозит. Фигня в том, что оппонент... Ну, когда ты блиц сделала не туда. То есть, если бы ты не кидала бы 3 плюс додж... А просто выбивала бы мяч через 2 плюс ГФИ, да? То там все сложилось бы нормально, и ты не пропустила бы гол. Я про это. То есть, счет бы был бы 0-0 после первого тайма. Ну, я имею в виду последний значимый ход, окей. Извините. Это был последний ход, который имел смысл, я имею в виду. То есть, вот если бы ты тогда все это сделала бы, то все было бы ок. Ну и во втором тайме то, что ты, типа, неправильно запозиционировала силовика, и потом еще умудрилась не реролнуть удар... Ну, это, конечно, стыд и позор. А оппонент, несмотря на то, что слабо играет, в ключевые моменты показывает игру лучше твоей. Вот сейчас, кстати, оппонент круто играет. Вот вообще без вопросов оппонент... Иногда твой оппонент показывает действительно весьма достойную игру. Вот только здесь надо было бить чёрком. Но игра сказала, ну пофиг. Ч
чел, почему ты в мяч сначала не идешь? Вот зачем ты сначала делаешь вот эти вот удары вместо кубов в мяч? Ну, чтобы сесть на мяч, имеется в виду. Ладно, странно. Этот орк любит немножко постукать. Не, ну понятно, Менг. Это в принципе звучит весьма логично. Просто реально по ощущениям, как будто бы все хотят поотдавать игру немножко. Не, ну Китон реально отдала этот матч. Вообще без вопросов. При том, что самое обидное, реально каждая из ошибок, это, ну, чудовищная ошибка. То есть Китон привезла буквально вот моменты, которые, ну, противопоказано привозить. То есть как каждый такой момент, это очень грешновато. Особенно момент с нерероллом удара. Нерерол удара — это просто вау, как плохо. Так что я пожалуй, согласен с вердиктом кого-то там с форума. Я не помню кого. Роэлема, по-моему. Абсолютно заслуженно. Оппонент все-таки в ключевые моменты сыграл нормально. А больше от него и не требовалось. Че ты бьешь-то в 1D, если ты мог сделать 2D? Зачем? А я не помню, там кто-то... Может я путаю, может не ты отписался. Извиняюсь, если спутал, я не понял. Там кто-то посмотрел матч из тех, кто не... Я сейчас посмотрю. Чтобы не ошибиться, я сейчас посмотрю. Кто-то там Китон сказал, что она нету. А, Финдергост. Я, извините. Финдергост. Я с ним согласен. Эту игру можно... Эту игру надо было выигрывать. Оппонент очень слабый. Оппонент за всю игру сыграл хорошо, ну там, раза два, наверное. Все. Забавно, что этого хватило при этом. В общем, можете смело бить Китон по жопе за эту игру и не ошибетесь.